Я включаю телевизор и смотрю печальным взглядом на экран, который костью в горле встал. Мне ничего уже не надо, ни говна, ни шоколада. Я разбит, истерзан, я устал. На экране Хакамада интервью берет у граждан, сидя в кресле, ноги стройные скрестив. На экране Хакамада говорит и словом каждым мои чувства гонит к пропасти. Хакамада, Хакамада, мне тебя уже не надо. Ты простая журналистка, не стоит моя пиписка. О, Хакамада, Хакамада, ты была моя услада, когда в партии была, СПС вперед вела. Где-то женщина с портфелем, где задор и оптимизм. Я давно забросил, братцы, анонизм. Ты была мне Хакамада, и наставник, и отец, но настал мечтой моей, увы, пиздец. Yeah! Что с тобою приключилось? Не пойму, хоть умирай. Ты, Ирина, изменилась, так и знай. Я в тебе разочарован, бьют обиды через край. Говорю тебе последнее, прощай. Хакамада, Хакамада, мне тебя уже не надо. Ты простая журналистка, не стоит моя пиписка. О, Хакамада, Хакамада, ты была моя услада, когда в партии была, СПС вперед вела. Хакамада, Хакамада, мне тебя уже не надо. Ты простая журналистка, не стоит моя пиписка. О, Хакамада, Хакамада, ты была моя услада, когда в партии была, СПС вперед вела.